привет! С вами Саша. Давайте узнаем самые интересные новости. Если долго смотреть микрофон, то микрофон начинает смотреть на тебя. Процесс законотворчества показался депутату из игры слишком скучным, поэтому он уткнулся глазом в микрофон. Забавное видео заседания уже завирусилось в сети. На кадрах мужчина начинает смотреть микрофон, будто это микроскоп. Он приближается к устройству то одним глазом, то другим, явно чувствуя себя ученым. Потом он подносит микрофону ноздрю, но, видимо, понимая, что ничего не получится, меняет траекторию. Сам депутат сказал, что он подходит к процессу творчески, поэтому мысли иногда улетают. Что ж, попытка их вернуть засчитана. Оплати улыбкой. Среди жителей Москвы идет голосование на русское название для технологии оплаты проезда по распознаванию лица в FacePay. Людям предлагают выбрать из готовых вариантов или предоставить выбор специалистам. Оплати улыбкой, система биометрической оплаты, лицо Москвы, оплата взглядом или облик. Пока лидирует самый длинный и скучный вариант – система биометрической оплаты. Чем он понравился москвичам, непонятно. Кстати, автор лучшего названия получит в качестве приза возможность 3 года бесплатно совершать поездки по биометрии. Петербургские коммунальщики придумали новый способ борьбы со снегом. Теперь его закатывают в асфальт. Ох уж эти нанотехнологии! На фоне обильного снегопада в Петербурге вдруг активизировались дорожники. Нарушая технологию, они кладут асфальт прямо в снег, грязь и воду. Вот до чего доводит непогода. Сами местные жители сообщают, что рабочие уложили пару метров асфальта, сфотографировали проделанную работу и уехали. Такого вроде на репетиции не было. Ладно, сойдет весной вместе со снегом. Модный приговор по орангутанье. В зоопарке Дубая обезьяна не смогла пройти мимо модной куртки. Стилист из мира приматов не стал церемониться и буквально раздел человека, а тот и не был против. Посетители зоопарка уже предвкушали, что сейчас увидят нечто сродни басне «Мартышка и очки». Но Джордж не посрамил обезьяне братство. Он сначала придирчиво осмотрел материал куртки и только потом надел ее. Вещь мужчина оставил орангутану. Так в следующий раз и часы с обувью заберет. На этом все. Оставайтесь с нами, у нас всегда интересно. Всем пока!